Очередной митинг против повышения тарифов собрал на площади Ленина около 1000 новосибирцев. В общей сложности это уже 6-я аналогичная акция протеста. Как и прежде, люди требуют отменить постановление губернатора об увеличении платы за тепло и воду на 15%. Мэру локтю позор! Но уйти в отставку собравшиеся предложили и мэру, и депутатам, и главе региона. Пришедшие на этот митинг преимущественно пенсионеры обвиняют региональные власти фактически в грабительстве. В Новосибирске протестные акции, посвященные тарифам, устраивают два отдельных оргкомитета. Впрочем, многие участники уже не делают между ними различий и говорят, что готовы выходить в центр города с плакатами до тех пор, пока их не услышат. И я выхожу уже на 6-й митинг, мне независимо от того, кто проводит его, потому что нам нужно все равно добиться отмены. И вот эти тарифы, они на все последующие годы, вот эти 15% и 20%. И каждый миллиард каждого года, он будет оседать в их карманах, в карманах монополистов. И этого очень не хочется, потому что народ, кстати, стал жить намного хуже.